Я все-таки думаю, что работа интересная. Интересным становится, если не просто красиво, а, наверное, еще и через какой-то страх твой упущенный. Когда мне было лет 7, я подслушивал взрослый разговор, что мой дядя купался в озере и всколыхнул утопленника. То у меня, я помню, очень сильно произвело впечатление. Но я теперь всю жизнь борюсь с чувством вот этого глубина, где я ее не ощущаю, не вижу. У меня все время ощущение, что я касаюсь этого утопленника руками. Там. Я, зная об своем этом ужасе, пытаюсь плавать. У нас есть на хуторе озеро лесное, достаточно глубокое. Я его переплываю периодически. Борюсь с этим страхом. И так и с остальным. Желание изменить то, что может сделать тебя таким закостеневшим, твердым. Поэтому я и работаю с таким твердым металлом, который в каком-то своем роде в характере уже утвердился. А я его хочу размягчить и сделать немножко приятнее на взгляд, на ощупь. Можно и с этой стороны зайти. И таких пазлов можно сложить, наверное, я думаю, при хорошей фантазии тысячу. Начиная от, наверное, росы, дуновения ветра какого-нибудь, заканчивая смертью уже. А скульптура — это такая штука. Надо быть, я понял, что все-таки надо быть достаточно смелым человеком, чтобы сделать на... Это тоже вот именно вызов, да, вот ты делаешь работу, которую видит десятки людей или сотни, чтобы эти ужасы, все страхи твои разбежались, увидя это смелое высказывание твое. Это постоянно борьба идет в работе. Никогда даже в эскизе не получается до конца продумать все нюансы, все проблемы, с которыми столкнешься в процессе. И опять же, я сейчас намечаю, но это не факт, что будет так. Потому что все это изменчиво. Когда ты зажигаешь горелку, и пламя начинает плавить металл, то все меняется. Я назвал это скульптурный джаз.